Форум стал местом сбора молодых профессионалов, студентов и лидеров общественных объединений в возрасте до 30 лет. На протяжении 5 дней зауральскую молодежь ждала насыщенная программа, тематические лекции, практикумы, круглые столы, встречи с интересными людьми, спортивные мероприятия. Для нас это очень важно, очень принципиально. Почему? Потому что вот мы в последнее время уделяем очень большое внимание патриотическому воспитанию, образовательному процессу нашей креативной молодежи. А сегодня здесь собрались самые талантливые представители зауральской молодежи, около 300 человек. На встрече с губернатором участники смогли представить свои проекты и задать ему вопросы. Где, на ваш взгляд, точки роста для нашей молодежи в нашем регионе? Где они могли бы реализовать свои возможности? 2 года подряд мы идем с ростом. Востребованность молодых специалистов не только в области культуры, каких-то социальных учреждений, но и на сельскохозяйственных предприятиях, на промышленных предприятиях, на предприятиях малых и средних форм собственности. То есть везде вы востребованы. Открытие форума началось с награждения лауреатов премии. Они присуждены в области образования, искусства и спорта, общественной и учебно-исследовательской деятельности. Также в рамках открытия года ГТО вручили золотые знаки. Распоряжением губернатора Курганской области 2017 год объявлен в Заурале годом ГТО. Почти 37 тысяч зауральцев выразили свое желание сдать нормативы ГТО. Всего в 2016 году в Заурале было присвоено 1965 знаков отличия. Екатерина Юшина, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».